Давай.
я в этот раз решила немножко поменять программу. Я все эти годы играла, вообще делаю ее практически в одном и том же порядке. И сейчас решила немножко подсветить. Я тебя не была.
надеюсь, что все обрели то ощущение дома у себя внутри. Да, речь пропала. А петь сложнее, ну как-то в этот раз. Вот. Вообще, я как-то в силу обстоятельств начала меньше давать концертов сейчас. И как-то я поняла, что соскучилась так по этому делу. Так нравится мне все-таки. Надо вот... Да, спасибо, что пришли. Наверное, надо вот такие вещи, наверное, надо вот что-то перестать делать, чтобы понять, что это все-таки тебе нравится делать, и как бы это самое главное. Так часто бывает, потому что обычно, когда делаешь, начинаешь думать, зачем это надо, что там делать. Вот, вообще, иногда полезно. Thank you.
очень называлась в детстве. Ну, то есть одна из вообще первых, которую я написала, вот она уже 3 года существует. Пора ее сказать, что любит. На самом деле, не знаю почему, но как бы вот эта программа, она видоизменялась всегда и изменяется до сих пор, и какие-то песни убираются, и вот лично у меня они убираются прям с болью. Нет, наставьте! Так это можно на 2 часа концерт делать. Что? Вот там же темно. Что? Вот там же темно. Мы пока в смешном. Иногда есть некоторые песни, которые прям не музыкант, а говорит, вот эту берем. Я говорю, ну как ее убрать? Я говорю, нет, вот это надо убрать. Вот это мы не будем играть. Так было с парой песен. Каждый сам подумает, что это за название такое.
Белый, белый, я не прошу больше.
собой. Я помню, я слушала концерт, есть такая певица, банда Магна, ну, может быть, там, не знаете, ну, неважно, очень, послушайте хорошую музыку. И у них вообще весь концерт был такой суперинтерактив зала, то есть они пели с ним, они там ходили посередине, и что-то там были как будто пловцы, там в каких-то шапках, то есть вообще в масках они там все выступали, там басист был в маске такой игрушечный тигра, вообще было, конечно, смешно вот это все. Вот. Ну, у нас, конечно, музыка не позволяет развернуться. Что пишешь? Не, можно, конечно, контраст. Знаешь, такая как бы... Тут такая музыка, а потом такой... Давайте, да, там, говори. Следующая песня. Дима, расскажешь нам про песню? У нас, на самом деле, недавно мы были на радио совершенно, ну, почти случайно, русская служба новостей нас пригласила на часовую программу с нашей музыкой. Вот. И надо было заполнять как-то паузу, потому что был лайв, и как бы, и, ну, нету ни зрителей, ничего, и как бы нужно заполнять просто паузу какие-то разговоры. Я даже, ну, там что-то придумала, вообще было как-то не очень. И нам предложили идею, как бы, чтобы каждый что-то говорил. Но в промежутке. И Дима, между прочим, сказал очень интересные и здоровские вещи. Например, именно про эту песню, что он придумал ей название, что название его как бы спровоцировал ритм этой замечательной песни. Вот. Песня называется «Туркиш поп». Thank you.
каждый концерт. Нет, может, кто-то подумал, вдруг, раз я не думала, что он сейчас играет соло. У нас на это такая шутка, может, на протяжении концерта я вдруг называю чьи-то имена, и, конечно, тоже сориентируюсь, и вдруг начнет играть соло. Кого-то позвать, да? Да. Следующая песня тоже новая. Нет, это название песни. Песня называется «Rain», что в переводе значит «дождь». Thank you.
прошедшее противостояние двух размеров. А мы продолжаем наш концерт. Без Дмитрия. С Дмитрием, который ударился совсем немного. В силу технических неурядиц. Которые уже починены? Нет. Давайте поговорим. Как у вас дела? На концерт. Здорово, на какой? Классный, ну хоть нормальный? Ничего, ничего. Стендап. Костя, ну да. Соло. Я басист. Вот, такие вот дела. Так, дождик что-то как-то сильно очень. Дождика много стало. Спасибо. Следующая песня выходной. Отпусти меня, память, и дай мне представить, что я на другой планете. Отпусти меня, память, уже не исправить, и мне бы хотелось. Thank you.
Спасибо большое всем. Я вот со стороны, как здорово все на самом деле сидите, что мне нужно стакан. Как такое ощущение. Сейчас будет неожиданный поворот. Почти. Кто это сказал? Кто-то будет петь сейчас. Любимая песня моей семьи. Thank you.
Почему?
давайте еще вот эту вот девочку, я на конце всех представлю. Сегодня для вас играли Константин Макеев, бас-гитара. Сегодня для вас также играл Дмитрий Самойченков, бас-гитара. Это еще не все. Спасибо Гуру Алексею Козлову, спасибо замечательному супервизору, который нас сегодня был в концерт. Спасибо большое человеку, который записывал нас здесь концерт. И спасибо большое вам, что вы пришли сегодня слушать мою музыку. Спасибо большое! Следующая песня кавер, тоже не моя, но наша собственная. Она должна получить американское гражданство. Песня? Нет. Или вот она? Девочка. Мне тоже кажется классно. Феечка. Феечка.
большое сегодня. Спасибо. Очень приятно. Приходите еще к нам обязательно. Это все мы очень рады. Приходите. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Спасибо большое, ждем вас снова. До свидания. Вы называете Марина.